Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в Spin Tyros, и у нас, как видите, выпал снег. Да. Ты что, проехать не можешь? Кстати, у нас карта новая, эксклюзивчик, так что, если что, ссылочка на нее будет в описании под роликом. Серьезно? Да. Ого, я не знал. Я зацепился. Лол. Подожди. Не едь. Да я пытаюсь открыть, а у меня вообще не открывается. Такой открыть, назад отъедь, прицеп мой уперся. Во что я ты прицепом уперся, что ты гонишь? Там прицеп мой. У меня шлагбаум, я открыл его. Мне шлагбаум закрыл прицеп мой. Отцепляй прицеп свой говяный. Че за писос? Подожди, сейчас надо этот лебедку отцепить. Все, у меня просто прицеп еще длиной, как грузовик. Ребят, кстати, я еду на Мазе, Алекс едет на Мерседесе, вот, да. И у Маза, как оказалось, нету полного привода. Ну, так как у механика, как он говорил, у него больше скиллуха, поэтому бог ему судья. Ну, я такого на самом деле не говорил, Алекс, как всегда, что-то выдумал, но это ладно. Итак, мы решили вообще сделать не так, как всегда делаем, мы решили, не открывая карту, начать ее сразу проходить, потому что гараж здесь открыт был изначально. Ну, как минимум, потому что она у меня открыта. Да, у Алекса карта открыта, у меня карта закрыта, потому что, ну, он читер просто. Вот, и давай сейчас мы определимся с маршрутами сразу же. А машины будем открывать, нет? Я думаю, что нет. Так, подожди, нам нужно на лесопилку. Как попасть? Я бы заехал. А какая? У меня нет никаких машин, я не вижу нигде никаких машин. C4320 он там есть. Я не вижу их, у меня же закрыта карта, дядя. Короче, а знаешь, в чем проблема? В чем? Ты уже встал? Лесоповал. Там нет автоматической загрузки. Понял? Думаешь? Я думаю, да. Сейчас узнаем. Короче, нам надо вот туда вообще направо как-то ехать. Сейчас спустимся. Надеюсь, там стоит штука с погрузкой, прям на лесоповале, но... Если бы был кировец вот этот, с той хренью, там еще реально загрузить им сразу. Вообще не париться. Лол. Чё? Лол, ты уже нет. Застрял? Да. Присаживайся на мерсик. Угадай, во что я врезался. Не знаю, в меня, в прицеп мой. Лежачее дерево. Где ты его нашел вообще? На дороге. Да у меня не было ни одного. Здесь лежит дерево. I don't know. Лежачее дерево, пацаны, короче. Ну вы поняли, да? А Мерин что, полноприводный? Да. Это ж Мерин. Шмерин. Ты бы так сильно не уезжал, потому что я думаю, что тебе придется часто меня тягать. Так возьми Мерс. Но я не хочу Мерс, я хочу на Мазе ехать, это Маз. Ты же сам сказал по фасту. Ну по фасту, но Маз так четкая тачка. Я тогда куда на Мазе открываю эти карты. Зачем? Тачки. Чтобы была полностью карта пройдена. Блин, ты вот с этим реально задалбываешь. Ты думаешь, что для того, чтобы полностью пройти, надо типа все открыть. Не, ну за полчаса тоже неинтересно. Наш растянуть как минимум на две серии. Я не хочу растягивать на две серии, потому что я забываю выкладывать вторые части. Тут твои проблемы. Пацаны хотят, чтобы мы проходили по фасту. Да, пацаны? Ставьте лайк, если хотите, чтобы мы красиво проходили по фасту. Прямо вот мощно, быстро, молодежно, как бы все дела. Тогда мы могли Мазы взять. Так, ну надо было их поставить. А ты куда улетел? Я по болоту еду потихоньку. Но ты вот вряд ли проедешь. Серьезно? Да, но Мерсику тяжело. Нам направо здесь надо. Я точку открываю. У меня тяжело ползет. Наверное, мне из-за прицепа в основном. Но нам направо надо куда-то. Я предлагаю прям по болоту свернуть. А, все, я встал. Лол. Бери Мерс. Но он же тоже херово у тебя идет. Ну он-то хоть как-то идет. Блин, чувак, а Мерс никуда вообще не идет. Или надо зачем проехать. А зачем ты Мерс ставил? Скажи, зачем ты ставил Мерс? Я думал, он полноприводный. Мы на нем просто когда-то катались.
Там другие тачки, сейчас я открою. Возьмешь. Да все, не надо, я уже тут. Сажусь на говномерс. Ну, на самом деле, мне просто не нравится мерс. Внедорожная резина, узкая резина. Причем узкая резина выглядит как внедорожная резина. Я себе поставил внедорожную. Или стандартную. Короче, я не знаю. Так. Что тут на него ставить надо? А ты уверен, что вообще тут не написано лог платформы, ничего не написано, что она везет бревна? Ну, кто сказал, что мы везти бревна будем? Да должна, сколько-то повезет, наверное. Я не знаю, сколько. Блин, ну это дичь. Парни, это рыли дичь. Рыли. Рыли дичь — это то, что я сейчас посреди болота сейчас встану. Вот. И деревьев нету. Вот это вот рыли дичь. А причем это без бревен я сейчас. Ну, мерс едет значительно увереннее, чем МАЗ, но не могу сказать, что намного интереснее. Ну, просто мне не нравится этот Мерседес. Вот МАЗ мне реально нравился, он был четкий. Слушай, а что если вот здесь прям попробовать спуститься сразу? Не получится, как думаешь? Ну, если ты без прицепа, то спуститься сможешь. Я с прицепом. С прицепом не знаю, без прицепа я спускался. Я куба время летел и живой остался. Тут камни, факт. Блин, всё, нифига шляпа, тут на выезде. Я сдох. У тебя повреждения ты убрал, да? Нет. Точнее, включены у тебя. Включены, да. А у меня отключены после тех твоих модов. В смысле моих модов? Так. Ты мне говорил, что ты ставил себе, поэтому я и себе тоже поставил. Офигеть, слушай, я просто стою на месте и в болото проваливаюсь. Слушай, все, я приехал. Тут нельзя восстанавливаться в гараже. Да в смысле? Там, может, мерс лагает? Нет, тут все тачки в одном месте просто стоят, и они в дереве застревают. А ты там в дровах лежишь убитый, типа, да, или что там? Ох, ни хрена себе! Чё? Я просто в реку спустился и мордой туда встрял. А жопу подбросило. Блин, тебя так плохо слышно. Наверное, потому что заорал сейчас. Не знаю, наверное, скайп убавил, да. Черт, я не знаю, как мне отсюда выбраться. Прицепы мои висят где-то в этих самых. Ты прицеп застрял в дереве или что? Да все застряло, машина восстанавливается в заборе. Поэтому, пробовать, наверное, еще раз. Стандартные, да? Ну сейчас он C4320, если что, КамАЗик или что это? Ну а... О, подожди, подожди, о, получилось, кажись. Да, наверное, есть. Лебедку подцепил в гараже, да? Но я без прицепа. Ну это хорошо, потому что постоянно с прицепом. О, заправочка. Да. А, у меня топливо не расходуется, ну ладно. Ну жрет мерс 50 литров, охренеть можно. Так, ну тут хотя бы мост целый. Так, чё, я должен опять сделать прицеп себе? Заново, снова. О, а, нет! Тихо. Это будет провалиться. Сложно. Нет. По фасту, кажется, не получится все это сделать. Получится как обычно. Да. Ну, карта сложность 5 из 5 указана. Конечно же, мне писали, рассчитана на этот, как его зовут-то? По сложности. Вам. Что, на команду? Нет, на симулятор. А. Ну честно, вот с восстановлением в гараж шляпа какая-то. То есть, как минимум уже одна шляпа найдена. Может, на стандартные тачки рассчитано, типа, как-то? Ну я не знаю. Почему тачки раскидывает именно жестко по гаражу и именно в ворота? Не знаю, парни, короче, сами смотрите. Делайте выводы, смотрите сами. Смотри, там лесоповал, точка погрузки. Ну, наверное, будет погрузка. Ну не знаю, может быть. Надеюсь, понимаешь? Именно надеюсь жестко. И я потому что съезжаю на мерс уже, ну, третий раз получается сюда, вот я еду в это место. Пока мне не нравится. Мне не нравится Мерседес, мне не нравится карта. Мне ничего не нравится.
Ой. Но, парни, мы пройдем и в любом случае, потому что нельзя сдаваться на полпути. Как бы тяжело вам не было, нужно всегда двигаться туда, куда вы запланировали. Если мы сегодня решили пройти эту карту, то мы будем ее проходить. Да, если вы увидели это видео, то мы ее прошли. Да, если не увидели, то мы опять поругались и... Больше не играем вместе. Как обычно. Стоит через лес тут пытаться пробиться, нет? Да. Лес нормально. Такой, ну, с прицепом сложненько. Вот сейчас с прицепом тут мне не сильно просто, но это более чем реально. А, даже так? Слушай, ну... Что хочется сказать? Конечно... Ползет очень херово. Один... А, нет, все четко, боже. Нюанс? Там просто у меня так маршрут вот этот, знаешь, типа красненький, полоска эта красная. Она просто так нарисовалась куда-то вверх и жестко вниз. Я просто думаю, блин, походу сейчас придется где-то прыгать. Блин, я утонул. Нифига я пеньки корчую. Дядь, надо было тебе подождать меня. Это дичь получается, я утонул нахер в болоте. Сейчас я возьму, там Урал стоял или что-то. Так, стоп, значит, подзагрузиться. Чем можно загрузиться? Медиум, 4 очка. Прицеп, пожалуйста, загрузись с первого раза. Пожалуйста. Я тебя умоляю. У тебя, наверное, какой-нибудь еще мод. Да ну нахер загрузилось! Не да нет, мода нет, такого мода еще не существует. Я проехал через лес. Я вообще, я умничка. Забрать и возвращайтесь в гараж. Ну-ка, сейчас я восстановлюсь. Ёб твою мать, нихера! Я краном зацепился за дерево. Ну, да, здесь явно косяк с восстановлением. Блин, но он вообще даже с лепеткой не едет по болоту. Прикинь? Да. Это хуйня какая-то. Это Мерседес говно полное. Я порой зацепился. Это жесть какая-то. Полный привод, который вообще никуда не едет. У меня опора в стене. Ну-ка, еще тут раз. В натуре надо какие-то мазы или ош-коши ставить, чтобы оно вообще... Вот я не помню, как... какая-то одна карта еще в разработке, а одна какая-то готовая. Ой, нормально остановился на Урале. Короче, если что, на Урале могу подскочить. А, у меня еще и маз есть. Ну, подскакивай. Ты застрял, да? Да. Так, сейчас, а может что-то на него прихерадонить? Я вот легонечко пытаюсь как-то назад сдвинуться потихонечку. Он вроде по миллиметру ползет назад, если вот так вот типа нажимать, отпускать газ. Но вперед вообще никак. Так, сейчас тогда быстренько настрою его. Шаланда. Шаланда. Мне надо, чтобы ты протащил меня вот сюда до дороги и все. Сейчас мне надо кран этот и потом убрать. До цеповала. Блин, лебедки просто не хватает туда дальше. Я бы за то дерево зацепился и все, хоть как-нибудь бы пошло дело. А сюда меня просто сейчас стащит, я вообще потом не проеду. Я сейчас, наверное, техничку поставлю на него и все. Правильно? Наверное. Потому что раз ты ломаешься. Не, ну я как бы, ну не всегда же. Ну при мне всегда. Давай открывайся. Блин, нафига эту хрень оставил? У меня, короче, рог как у носорога. Ни хрена он валит. Да ты офигеешь. Он вообще дикий какой-то. Блин, у меня вообще не едет. Слушай, ну карта в принципе маленькая, да? Я не знаю, блин. А, в натуре дерево лежит. Слушай, на Мерсе его даже не заметил. Тихо, главное не перевернуться. Блин, давай потихонечку. Че, ползет, да? Или нет? Алло. Ну, чуть-чуть ползет, блин, я же тебе говорю, прям по миллиметру, и только назад по колее пробитый, вперед вообще ни в какую. Сейчас вот даже прямо попробую колеса поставить.
Так вот, колеса прямо. А ты трогаться пробуй. То есть не постоянно газовать, а вот именно с места трогаться. Не? Ну вот вперед он упирается, и все. Вот здесь вот дальше он не едет вообще. Ох, нифига себе. Тебе надо было через центр ехать. Вот я когда по краю ездил, вот у меня была та же самая херня. То есть вот когда ты начинаешь выезжать, ты садишься. Вот я сейчас на Урале тут сел. Надо вон туда, налево, в песок пробиваться. Вот сейчас я попробую, даже песок, мне кажется... Это песок, срок... что ли? Это вода? Ну, выглядит как песок. А, ну да, вода. Короче, вот, мне кажется, я сейчас сюда доеду, я и просто у меня начнет ехать. Не хватает вон до тех деревьев. Вон, видишь, деревья впереди, вот туда не хватает. Я думаю, что вот впереди, где грязь, вот туда бы доехать, и все, оно попрется. Блин, а что-то у меня мерзлый случай ехал. Ну, давай, что ли? Вот я по миллиметру туда-сюда вот это копанием занимаюсь. Да, мы тебя подкопнем. Попробуй копни. Ой, кажется, встал. Да не тянись. Чего? Да потому что я остановился из-за тебя, я сейчас сам встряну здесь. Тупо засадил мерз в поле. Да ёбаная твоя сука мать! Блять, сука, ебучая коробка. Я не тянулся, слышишь? Да я про коробку говорю. И не хватает опять до деревьев. Ну я встрял. Я тебе говорю, что тут шляпа. Да надо было не тянуть меня, шляпа ты. В смысле я шляпа? На, так, хватит. Ну-ка, нижаечку, если. Повышаечку, смотри, вставил. Какую повышаечку? Вот эту, типа, один плюс, у меня движок с ней глохнет. Check engine, говорит, теперь. Ёпти, главное не перевернуться. Вот я газ-пол нажимаю, и вообще стоит, видишь, на месте. Он просто понял, вот если ты останавливаешься, он сразу садится. Газуешь хоть? Да газ в пол жму. О, пошло дело. Тяни меня туда прямо. Что, не знаю, тут или понижайку надо втыкать, или хер его. Он ползет просто миллиметрами. Я вижу, что ты топнешь. Мне кажется, подожди, я на мосты сел. Стой, я попробую, может мне хватает сейчас это. Да, я попробую. Да, мне не хватает. Позже, ладно, давай отъеду на максималку. Смотри сам. Максималка. Лебедка, смотришь? На максималках. Не, не смотрю. Так смотри. Ну давай. Еще. Оп. Теперь можешь пользоваться. Ни хрена себе. Меня просто назад тянет. Я вижу, как ты кузовом гребешь, просто пашешь землю. Я тут такой уже нарыл. Ты себе не представляешь. Нарыв. И я опять утоп. Но сейчас, по-моему, я до дерева уже смогу зацепиться. Да. Едет, да? Ну... Так, сейчас метку сюда хоть поставлю. Я хочу все-таки точку разведки тут открыть. Она там близко все. О, не, я вот тут еще зайду. Так, подожди, сюда. мне вот куда сюда лучше-то ехать? Нет, стоп. Вот так, я вот сейчас... так. Тебе лучше ехать за мной, потому что я там проскочил очень быстро. По болотам это будет срака полная. Поэтому едь за мной относительно, туда, в мою сторону. Я там сейчас пока карту открою, ты как раз к тому времени туда подскочишь. Главное, там по деревьям работай. Тебе, кстати, ремонт нужен, нет? Пока нет. Пока не нужен. А топлива нет че? Топлива нет. Там заправка будет сейчас по пути. О, блин, мне некуда тянуться. Между деревьями, что ли? Сейчас придется мне тебя вытаскивать, наверное. Реально сейчас придется между деревьями лезть. Потому что некуда. Я в тебя уперся, что ли?
Ну а в кого? Ты что, не видишь, куда ты едешь? Я тебя подталкиваю. Ага. Подталкиваешь. Да блин, ну не толкай, ну я сейчас в дерево. А, не толкай. Ну блин, ну ты нихрена, бы сказал. Ты видел, какую елку завалил сейчас? Нет, ничего не завалил. Которая справа от меня, есть у тебя елочка огромная? Ну ты ничего не завалил. У меня она упала нафиг. Ты льстишь себе. Так. Могу тебя подтолкнуть, хочешь? Нет, мне надо жопу увести. Она зацепилась у меня. За чё? За дерево слева. Так, подожди, а мне нельзя здесь ехать, я застряну. Мне надо, получается, вот туда. И вот сюда, вот влево, в эту сторону, походу, надо. Хотя да, мне только влево уходить. Ну, сейчас я проскочу немного. Считай тогда длину. Сейчас буду считать. Ёп, я думал, ты уже начал. Давай, давай, езжай еще нормально. Мало, мало, ближе, дальше. Давай, давай, давай. Оп, хорош. Че, я тягаюсь? Не знаю. Нахрена ты тянешь? Ты куда? Ты точно вперед едешь? Да, да, нормально. А ты назад, да, херачишь? Тут надо, понял, да. Лебедку на самом деле, чтобы она работала, она как минимум просто, я не знаю, как так, к мосту привязывать. И чтоб там как-то на него накручивал. Потому что это жесть какая-то. Смотришь? Сейчас. Да, смотрю. Хоп! Давай просто попробуем. Не тянись, а просто ехать попробуем. Давай. Ну, ладно. Понял. Тянется хоть? Да, да. Понакупает себе этих мерседесов. О, слышь, мне вот сюда надо направо уходить сейчас, нет? Направо? В смысле направо? Ну вот между деревьями я пролезу туда. Не, ну ты можешь попробовать. Давай я попробую сюда направо идти. Мне кажется, это мое место. Че, у тебя все уже будет ехать? У тебя есть за что цепляться? Ну, по-моему, есть. Я не уверен, конечно, но вроде смотри, как есть. Смотри, потому что я сейчас, если уедут... Ну, меня туда по карте показывает. Не-не, там река. Ну, так через реку уже надо проехать. Там дорога есть через реку. Ты попробуй по берегу проехаться тогда. Там берег вроде бы должен быть нормальный. Ну, по крайней мере, он таким выглядит. Может, по берегу реально нормальная тема. А в реке, думаешь, я утопну, что ли? Тут мелко. Ну, хрена себе мелко. Хочешь заново ехать? Да вот я проехал уже. Все, я пересек. Блин, утонул. Че, реально так мелко? Да, очень мелко здесь. Че, утонул или? Да ты не утонул. Не-не, я в грязи потом утонул, а так очень мелко. Нихера прикол. А я там проезжал, там чуть мерс не утопил, там где дорога. Там, походу, раскатали уже все. Так, че, по дороге лучше ехать тут, да? Да, по дороге, там будет заправка. Охренеть. Где ж ты раньше был? Мелко. Тебе. Я умирал, вымирал, так сказать. Мимо заправки, по главной, там найдешь этот Урал там у меня. Был. Нихера мелко. Я чуть не вымер там. Не, я нормально проехал. Ой, тут мост такой козючий. Ага. Не люблю такие мосты, потому что в них всегда проваливаешься. Вот. Ну не всегда, но процентов 50 точно проваливаешься. Нифига, это что, спуск там такой, что ли? Спуск. А, так, походу нормальный спуск. По главной до крана и потом где? По лесу фигачить? Только не падай, только не падай. А, дядь? Да, через лес. Только там, смотри. Короче, вот где-то вот здесь я пересекал туда на лужайку свободно. Ну, у тебя, по идее, карта. Ну, понятно. Там найдешь. Так,
У тебя же карта закрыта, ты там не можешь видеть. А вторую точку ты мою тоже не увидишь. Я понял примерно. Вроде. Я понял твою лужайку, по-моему. Да, вон туда вот прямо проезжаешь. Ёпта, все, я вымер. Что, убил грузовик? А, нет, осталось чуть-чуть урона совсем. Я просто... врезался? Да я чуть-чуть врезался. Вообще, я не знаю, бампером дотронулся до дерева просто. Как тут ехать-то? Тут вообще лес непролазный. Я пролез. Я даже лебедкой не пользовался вроде бы. А, вот где ты ехал. Стоять, блин. Слушай, ну говно этот Мерседес, полная просто параша. Серьезно, не шучу. Так, открываю точку еще одну. Эй, тихо, чуть не перевернулся. Сейчас все будет. А что будет-то? Ну, карту немножко приоткрою. Так ты пролез там, мне... да? Ой, тебе надо было, блин, ты по лужайке не туда поехал. Вот здесь, короче, только одно дерево стоит. Вот здесь, только одно. Я вижу, да. Между лужайками. Так, сейчас я, короче, еду обратно. И открою еще одну точку. Пока я не загруз. Лужайки. Но я не знаю, я вымерить вообще могу на изи. Ну у тебя ж там... А, блин, этот, кстати, в гараже нужно восстанавливать. У тебя ж там лесовоз, да, стоял? Погрузчик. Ну, погрузчик такой, да. Блин, да как так-то? Че, вымер? Ну нет еще, ну просто прикинь... Сука! Блять, говно какое, пиздец. Че там такое? Ну, не на что, на ветку наехал и получил 40 урона. 40 урона на ветку, блять, как? Слушай, а может помнишь, у тебя же стояла какая-то реалистичность там, типа? Может, ебануться это из-за нее? Просто. Как да думаешь? Не знаю, честно. Я это... У меня до речи уже пропал. Я уже вообще это... Ну, это самое. Вообще, сука. Да. Ебал я в рот этот спинтайрос, говно собачье какое-то. Даже выкладывать, наверное, не буду. Парни, если вы увидели это, то вы красавчики. Ну или я красавчик. Кто-то, короче, из нас красавчик. Ну просто пипец, ну не знаю, у меня слов не хватает, ну как? Ну на веточку наехал и получил 60 урона, ну как? Это ж веточка. Что ты хотел-то? Ты на веточку ни разу не наезжал, что ли? Нет, на такую ни разу не наезжал. Это челябинская веточка. Челябинская веточка? Да. Давай ломайся, долбаная елка. Да нифига себе, лебедка не может эту елку пробить. Я просто стал на выезде, не могу выйти. А я засел. И не к чему лебедиться. Я не понимаю, я просто, ну как бы давно не играл в Спинтайрос или чё? Чё мне так бомбит вообще? Чё мне так не нравится, почему? Может, ты просто не хочешь в него играть? Может быть. Ну как не хочу, я же играю. Ну что, тебя заставляют. А потом будут писать, Алекс заставил. Парни, Алекс заставил меня. Алек. Олег. Орех. Ой, шляпа какая неедущая. Так, ну что, я тогда сажусь за Урал, что ли? Или за К-700? Там у нас сначала... А, погрузка же там нормальная, точно. Я, блин, хотел сказать, типа, блин, ну если там пригодится погрузка, мне придется приехать на погрузчике. Я постоянно забываю. Нет, загрузиться я уже загрузился, но просто тут дальше как бы надо проехать. А... Ёпта, твою дивизию. Но я туда еще никуда не ехал.
Тут болото такое говенное, и цепаешься именно. Блэд. Блэд. Блэд прямо. Так. Давай, 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 кировец, пошел. У меня кировец тут тонет, чтоб ты понимал. Молоко, там что-то скот умрет, молоко киснет, понял? Когда рядом полисмен, мухи умрут, да. Пиво киснет, да, или как-то так там. Полисмен. Полис. Тра-та-та-та-та. Fuck the police. Тра-та-та-та-та. Полис за свою независимость. Полюсь. Все деревья повалил уже в лес. Приятных, это, как говорится, приятного вам аппетита. Звука, пацаны. Ты слышишь, как сверлят ебучие соседи? Нет! Блять!